Рассмотрим вопрос об энергии, энергия электростатического поля. На примере простейшего случая энергии плоского конденсатора, где от положительно заряженной пластины к отрицательной направлены силовые линии, электрическое поле однородное и связано с разностью потенциалов таким соотношением, где D – расстояние между пластинами, а S – это площадь пластин. Пока еще не встречался, но сейчас его появится. Рассчитаем работу по перемещению маленького зарядика плюс Q с отрицательно заряженной пластины на положительную. Эта работа, очевидно, будет равна величине заряда dQ, умноженной на разность потенциалов между пластинами. Именно на эту величину у нас вырастет потенциальная энергия dW конденсатора. W конденсатора – это потенциальная энергия конденсатора, запасенная в конденсаторе. В этом случае полная энергия может быть записана, рассчитана путем сложение всех увеличений потенциальной энергии U умножить на dQ от нуля до Q. И вместо U используем его связь с зарядом. U равно разделить на c. У нас получится единица, деленная на c, q умножить на dq от нуля до q. Интеграл с переменным верхним пределом, который, очевидно, будет равен q квадрат разделить на 2c. Учитывая связь между зарядом и напряжением, можно написать либо в таком виде, либо в таком виде. Сосредоточена эта энергия WC сосредоточена в пространстве между пластинами. Не на пластинах самих энергии находится, а в пространстве между пластинами. В пространстве между пластинами конденсатора. Вводят такую величину W, маленькая, которую называют плотностью энергии. То есть энергия, приходящаяся на единицу объема. И мы ее здесь сейчас рассчитаем. У нас получается c u квадрат пополам, деленное на объем пространства внутри конденсатора. c это у нас емкость плоского конденсатора, воздушного конденсатора, где относительная диэлектрическая проницаемость примерно равна единице. Поэтому формула получается такая. Емкость равна эпсилон нулевое S разделить на D. Двойка здесь у нас. Объем мы представим как S умножить на D. Площадь основания параллелепипеда умножить на высоту. А вместо напряжения поставим его связь с напряженностью поля. E квадрат умножить на D квадрат. 2D вот здесь. Это я. Нет, эпсилон нулевое C разделить на D, это правильно. Объем S разделить на D, это правильно. Все правильно сейчас написано.
Значит, у нас теперь получается D сокращается, S сокращается. И остается эпсилон нулевой E квадрат разделить на D, на 2. Вот эта величина, эпсилон нулевой E квадрат разделить пополам, и называется плоскостью, плотностью энергии электростатического поля в вакууме. Плотность энергии электростатического поля в вакууме. Такая же напряженность существует и в неоднородных полях.